Актуально показать, что выход на рынок такого продукта, который связан с биотехнологией, он обеспечен интеллектуальной собственностью. Защищены эти права. Уверен, что проводимая конференция не только позволит нам составить целостную картину, но и сформировать конкретные предложения, которые позволят нам успешно развиваться в этой сфере. Важно нам всем сосредоточить усилия, чтобы цикл от создания до разработки препарата, его производства и запуск в серию был максимально оперативным, максимально легким. Все наши мероприятия направлены на обеспечение создания единого евразийского пространства и евразийской интеграции. Соблюдение патентных прав – это залог дальнейшего прихода, притока инвестиций в Россию и в другие страны региона. И это гарант проявления инновационных препаратов. В рамках законодательной деятельности мы будем уделять вопросам инновационного развития фармацевтики приоритетное внимание. Можно отметить огромное значение Евразийской патентной конвенции в том, что она открыла новый этап сотрудничества независимых государств, входящих в СНГ. Какую следующую страну вы видите приоритетной для вступления в Евразийское ведомство? Уверены, что конференция поспособствует выработке действительных решений, направленных на сохранение здоровья наших граждан. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Алексеевна Голикова. Самое главное – это то, что российская фарма уже начала генерить новые продуктовые решения, которые выходят на международный конкурентный рынок и там очень хорошо себя чувствуют. Взят четкий курс на развитие инновационного потенциала и выход на мировые, можно даже сказать, лидирующие позиции в области фарминдустрии. Мы создали новый кардиоплегический раствор АСН, благодаря которому стало возможным расширить контингент больных, которым можно выполнить операцию на открытом сердце. Основным применением реестров это регистрационный процесс, состав регистрационного досье. Вы увидите на выставке и микроскоп академика Гамалеи, который он использовал в своей работе, и патент, выданный Луи Пастеру, это единственный патент и первый вообще, по-моему, патент в России, который выдавался на деятельность, связанную с медициной. Есть регулирование выбора названий лекарственных препаратов с позиции Минздрава и возможность охраны названия препарата с позиции права интеллектуальной собственности с позиции Роспатента.